Семга, пицца, мясная нарезка, сырная нарезка, мясо по-царски, овощи, грибы. Кто все это заказал? Это я же, Гитлер. Я сказал, что принесли первые три страницы меню. Я просто кушать хочу. Арсен, дай им начать, ты там ближе сидишь. Марлен, у тебя мило честь? Просто если сейчас на чай оставлю, у вас то нет чая, может не остаться. Есть, конечно, есть. Держи. Ладно, Чехтыр, я, наверное, пойду. С утра рано вставать, работа. Работа? Смешно. Из каких это под? Похмелье у нас работой называется. Ровно с тех пор, как вы поняли мою шутку. Ладно, садись, давай. Слышь, Арсен, может, лучше тех двух красавиц угостишь? Заодно свою крупную купюру разменяешь. Ты думаешь, я так с ними не познакомлю, что ли? Зачем упрощать задачу? Смотри, учись. Сенің зауытың басқа жақта емес пе? Сені қоғамдық жұмыстардан қалып қалмасын деп әдейі тексеріп келдім. Бекер кепсің ғой. Енді өзің білетіндей аула тазалағыш маманның иесі енді жұмысқа тұрғалы жатыр. Сен өзің сыртыңнан қарадың ба? Не болып кеткенсің? Нағыз аула тазалағыштарға ұқсайсың ба? А, енді мен шынымен де аула тазалағышпын ғой. Енді біздің түрі осындай. Бұл енді түз жолға түсіп жатқан, өзін тәрбиелеп жатқан адамның тірлігі ғой. Әке, екі көлігіңді түзіп алған қандай жақсы, ә? Бұның бәрі сенің құбырларыңның арқасында. Бұл саған келуімнің бірінші себебі. Кілт әкел. Пап, сен не әдейі істеп тұрсың ба не? Кілт әкел, ақшаны әкел, бүкіл заттарды жинап берейін де саған. Сен мына түріңмен көлікке отырмайсың. Кілтпен техпаспортты әкел. Пап, сені ренжітіп жүргенімді білемін көптен бері. Бірақ енді кешірші мені, мен өз білемін. Шынайды. Мен де солай болады да үміттенем. Хватит пить. У тебя скоро диатест начнется. Иди, иди давай отсюда. Угощайтесь. Здравствуйте, с удовольствием. Вообще, за этими халявщиками нужен глаз да глаз. Это точно. Пьют, пьют, пробуют, пробуют, ничего не покупают. Ну, как вам? Это какой был? Яблочный. Да, что-то я не распробовал. Ну, пожалуйста. Точно яблочный. А вот вишенка. Давайте попробуем. Ну-ка.
Кстати, какой будете брать? Бананово-томатный с чабрецом есть? Конечно. Нету. Тоже халявщик. Что, обалдели, что ли? Я, между прочим, в ЦОНе работаю. У меня просто вкусы специфичные. Более изысканные. Здравствуйте, капитан Касымбаев, ваши документы. Я, по-моему, документы дома оставил, а возвращаться назад – это плохая примета, сами знаете. Плохая примета без документов. Выйдите из машины. Понимаете, дело в том, что эта машина оформлена на моего отца. А мой отец очень влиятельный человек, так что я боюсь, что он повлияет и на ваши погоны тоже, лейтенант. Капитан. Ну вот, тем более. Вы же не хотите, чтобы эта оговорка стала реальностью? Короче, ребят, ладно, я понял, вы делаете свою работу. К сожалению, я не могу сделать свою работу, потому что я опаздываю. Понимаете? Есть закон, есть порядок, да? Удивительно, вы так сильно похожи на одного актера. Ну-ка, примерьте очки. За ним? Как за ним? Я не хочу, чтобы моя погона больше свободных мест стала. А что за актера он имел в виду? Не знаю. Может, терминатора? Опять вы? Отлично. Людей узнаете. Сотрясений нет. Ну что плачете? Это же всего лишь бампер. Или у вас что случилось? Это вас не касается. Как вызвать гаишников с мобильного? Да хватит гаишников. Ну, в смысле, я имел в виду, их хватит на всех. Давайте лучше вечером. У меня работа, у вас работа. Вечером точно так же расставим машины и вызовем ГАИ. Ладно. Сейчас действительно не до этого. Но вечером... Спасибо, спасибо огромное. Un bon action, mais jamais seul. Алло, Марлен. Срочно нужен бампер. Тап-таза. Тап-таза, это спорындар. Бажердің барлығы тап-таза болатын болсын. Кептерлердің өзі сан күтуға қысылатын болсын. Тағы да күштеп қоясын, сөйтін бәрі саған ұяқтай деп. О, Тұрсынбек, Винокуров, куда летишь так? В смысле, на работу? Да не спеши, успеешь. Слушай, распечатай мне этот, как его, список. Окей. Стой, ты же не знаешь, список для легализации диплома. В общем, какая-то черная полоса. Будущий муж стал бывшим будущим мужем. А сегодня с утра мне Арсен в бампер въехал. Ой, мамочка, он не пострадал? То есть не пострадал, или я тебя не интересую? Ну, я же вижу, что у тебя все хорошо, ну, внешне. Блин, жалко, что у меня нет машины. Я бы хотела, чтобы меня Арсен врезался. Кстати, он до тебя не дотрагивался? Что? Ну, я сегодня читала гороскоп, что первый мужчина, который до меня коснется, станет моим мужем. Ну, мы же обе стрельцы. Да, только я стрелец, который не верит в гороскопы. Ну, а зря. А я вот сегодня специально приехала на такси, чтобы в автобусе никто до меня не коснулся. Так хочу, чтобы это был Арсен. Тюрсубе! Только не ты! Что не я? Блин, извини, потом расскажешь. Алин, ты слишком суеверная. Я слишком раздраженная.
Бекенов! Бекенов! Сіз неге жұмыс орында емессіз? Мұрат Сәтіш... Жол не бұл қалды тағы? Есімде болсын. Бұл жерде біз, және біздің көмегімізді қажет ететін қала тұрғындары бар. Сондықтан тез жұмысқа кірісіңіз. Не? Сіз жұрттың 43 секунд уақытын алып отырсыз. Әлде мен де сізден бір нәрсе алайын ба? Мысалы, премия. Мұрат Сәтіш, енді мен... 49 секунд. Болыңыз, жұмысқа кірісіңіз. Та қорқып отырым. Полевой емес па? Қойш, сен емес та бүкіл полевойын сазават етіп отырған. Спокойно, брат, спокойно. Қазір Аташканың қатасын өзіміздің атымызға ауыстырып аламыз. Ол бәрібір құлақ естімейді. Тұмау дейсің бе? Жатарда құйрық майын жағып жатсан, таңертен тұрғанда тәуір болып тұрасың. Номер 30. Ақсақал өз жүретімізге қап, өзің кезекке бар. Келіңіз. Жүріңіз. Здрасте. Нам надо квартиру. Перепис. Переписать. Перепишем. А, сервис Серегин и цены тоже. Тебя 100 штук за доставку и бампер, а улыбка бесплатная. Слушай, давай с тобой потом рассчитаешь, у меня просто налички нет. Не, нормально, да, я перевернул весь сервис, нашел этот бампер. Сорвался с работы и летел к тебе через весь город. А ты за это время что сделал? А, ну да, ты денег не нашел. Не замутил кэш, не нарыл бабло. А что за машина? Ты так, подарок. Подкатываю там к одной милашке. Ну, я смотрю, ты прям вплотную к ней подкатил, а? Да, пап. Джо-джо, алгам жоқпын. Техпаспорттан кілт сен өзің алып көтіпедің ғой. Я? Че, мен автобусым кеттім. Жолда бір апалармен әңгімелесем деп солармен бірге поликлиникаға кетіп қала жаздадым. Иә. Ладно, пап, онда мен қазір қолым бос емес, кетуім керек. Иә. Сен дұрыстап қарасайшы, мүмкін сенің құбырлардың арасында жатқан шығар. Все, давай. Че там, брат? Бәрі нормально ма? Сіздің сұрағыңызға байланысты ақылдасуым керек. Бірден кесе есіп қойды ғой, но. Бір түрлі болып кетті ғой. Тыныш отырш, саған қарған нормаль. Құмаш. Сендерге бір қалыпты пәтерімді аударып берсем, маған үш қалыпты пәте бересіңдер ме? Жапат! Стоять, сіңдер. Ты почему чулау жалебной носишься целый день? Полный у меня завал. А как Арсен? Нормально. А, вот, просил список документов на легализацию диплома распечатать. Ну, так давай я распечатаю, и это тебе день облегчит. Облегчит. Марлен, ты что, дальтоник, что ли? Ты мне какой бампер подсунул? Кайда жрана он. Кызмет кожа это умеет, 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 па? Турсунбек, что ты здесь делаешь? Это же женский туалет. Я знаю. Так ты сейчас специально сюда шел? Ты просто забыл, что у меня мужской. Бекен, у тебя же посетители. Ну-ка быстро дуй на свое рабочее место. Или ты хочешь подмочить репутацию Цона? Я в том-то дело ничего не хочу подмочить. Почему ты здесь до сих пор стоишь? Вы думаете, что если директор с завтрашнего дня выходит в отпуск, значит, можно начинать расслабляться? Не получится. Бекенов, когда я досчитаю до трех, я хочу, чтобы вы вернулись на свое рабочее место. Три. Э, малой, ты что делаешь, Я тебе сейчас... Бандит, стой! Ты ж пистолет оставил.
Простите меня, я первый раз. Я так больше не буду. Ладно, прощаю первый раз. Иди, краски оставь. В следующий раз замочу. Кешіріңіз, әлі көп күтеміз бе? Қазір. Әлі шамалы шыдай тұр керек. Ана осы жолы точно мен сізге шақырмай. Отырш, қойшы деп. Шақырса баяғыда шақырмай ба полицияны? Отырш. Иә, мен сәтте шақырғам. Көп күттім, ол ақырыла келген жоқ. Неке болды, тамаша, керемет. Барлық сұрақтар шешілді. Енді ары қарай жеңіл жүреді. Ну что, терминатор, видишь, кого-то отпустил? Сын олигарха дворник? Всем постам, угнанный внедорожник. Государственный авиационный номер. Заман 808, заман бездоллар майк. Вот они быстро работают. Данюш, похоже, сегодня вторую гоняет. Прям возле лицо перекрашивает. Вот это схема. Да, вот тут же никто искать не будет. Смотри, смотри. Похоже, сообщница. Меня Алина зовут. Меня зовут... Арсен, я знаю. А Турсунбек просил просто распечатать или передать тоже просил? Ой, извините. У вас руки в крови, вам в больницу надо. Не-не-не, это не моя кровь. Это краска. Ну, тем более, давайте мы отмоем. На самом деле, вы не знаете, как сложно оттереть краску. Группа преступная у нас. Опа, причем вооруженная. База, база, слышите нас? Это 1056. Оңғарбаев, Атабек Сабитович, сіз пәтеріңізді Жұмабаев, Бақытжан Жангировичтің атына аудармақшыз. Дұрыс па? Керемет. Сәл ғана уақыт қалды. Қалай сонда? Осымен біздің уақытымыз бітті ма? Жоқ, мен кінәлі емеспін. Ол Аташканың квартирасын өз атына аударайын деген. Мен бәрін айтам. Это чисто сердечное признание. Запишите, пожалуйста. Запишите. Квартира болмайды дейдіңдер ме? Запишите. Вообще, я сразу заподозрил, что-то не то, поэтому специально время тянул. Я чувствовал, спецназ приедет. Повезло им, что спецназ приехал раньше, чем я сам решил с ними разобраться. Я просто в свое время занимался джиу-джитсу. Джиу-джитсу? Ты в туалет бегал, отрабатывал джиу-джитсу? Ну что, вопрос с угоном, я так понимаю, закрыт. Ну, почти. С бабушками в автобусе ехал, говоришь? А теперь закрыт. До свидания, майор. Опять оговорка? Думаю, на этот раз нет. Преступник пойман. I'll be back. Мінекі, таныс қойыңыздар. Сіздің құтқарушыңыз осы міне. Егер бұл Арсен болмаса, мына ақсақалымыз пәтерсіз қалатын. Сізге көп рахмет. Әкеміздің аңғалдығы бар. Кім көрінгенге сене береді? Жоқ, мен сіздер. Балам, мен шал болсам да, құлағым есімесе де көзім жақсы көреді. Сен жақсы жігіт екенді көріп тұрмын. Рахмет есен. Арсен. Қасен, аман бол, Қасен. Ал, құтты болсын. Рахмет. Аяғына дейін тыңдап ал. Құтты болсын. Ертең біздің мекеменің ауласын сыпырасың. Мен демалыста жүргенде еш нәрсені бүлдірмей,
дұрыс жұмыс істеші. Өтінем. Әйтпесе қоғамдық жұмысты қалай атқаратын тиісті орынға хабарлаймын. Түсіндің бе? Ексересі. Вообще, путь воина, он подразумевает покой. Конечно, я мог его сразу по черепушке ему шандарахнуть. Ну, понимаешь, а вдруг они реальные риэлторы, да, я так подумал. Не, в свое время мы такие, знаешь, ребят, пачками укладывали. Помню, как-то идем, я кабан, брат мой. И что, не верите, что ли? Пальцем. Двумя. О, а я вот как раз тут бампер починил. Салат его покрасил, ну, чтобы краска лучше ложилась. И теперь вот опять в красном. У меня есть глаза, не окно в цоне. Не проще было вызвать гаишников и все сделать через страховую? Проще? Ну, я не ищу простых путей. Или отец забрал документы на машину. Я все слышала в цоне. Я тут заметил у вас еще одной детали не хватало. И какой же? Это, конечно, не мое дело, но куда пропало ваше кольцо с безымянного пальца? А вы молодец. Внимательный. Смышленый. Сам понял, что это не твое дело. Может, вы меня хотя бы до дома довезете? Вдруг с бампером что-то случится по дороге? Обещаю быть интереснее радио. Танкин.